Усім вітання, це проект Good As You, в якому ми говоримо про толерантність, толерантне ставлення один до одного і доступ до прав. Мене звати Христина Петрик, поруч зі мною мої незмінні ведучі Нікіта Пермяков. Добрий вечір. Вітя Бревіс. Добрий вечір. І сьогодні нашою гостею є поетка, журналістка Тая Найденко. Вітаємо вас у студії Першого міського. Добрий вечір. Тая вже не раз була у студії Першого міського, але ми з вами ще не говорили про толерантність в розрізі нашої програми. І сьогодні ми, власне, хочемо говорити про те, як виховувати дітей толерантними і, що важливо, як з ними говорити про ЛГБТ, про гомосексуальність. Я почала з такого твердження, коли я переїхала в Одесу, то почула тут таку думку про те, що Одеса є дуже толерантним і відкритим містом. Поза Одесою я, до речі, не чула такого ніколи. Тому, коли тільки попала в це середовище, от існував міф, це чи не міф, на вашу думку, наскільки Одеса толерантне середовище? Чому питаю? Тому що саме середовище дуже впливає і формує людей. Ко мне вопрос, да? Так як ви наші гості, будемо вас випитувати. Извольте. Здесь очень хреново с толерантностью к геям, как со всем остальным, но очень хорошо с мифами. Поэтому, да, миф и про толерантность одесскую тоже есть. Я, честно, бывала в нескольких городах, не скажу, что во всех, но побывала, поездила, я особой толерантности одесской не вижу. Но, конечно, если приехать вот в Приднестровье, в небольшой городок, то там хуже, ну так в сравнении. В российских небольших городках не была, подозреваю, что еще хуже. Но гордиться Одессе, конечно, какой-то особой толерантностью. Ну, какие-то нападения на геев у нас происходят регулярно. Подойти... Напасть даже на двух девушек, целующихся на улице, это, в принципе, нормально, половина общественности поддержит, у нас тут дети мимо ходят, в общем, это миф. Ну а все же, если взять все города Украины, то вот на каком месте, ну в каком-то таком мнимом нашем фантазийном рейтинге она может быть? В вашем мнимом фантазийном рейтинге? И в вашем тоже, Тая. Ну, в мнимом фантазийном, конечно, на первом по Украине, да, да. Гей-столица, вот только в таком рейтинге я могу поставить ее на первое место. Гей-столица Украины – это Одесса. Ну, тут, конечно, надо делать поправку на личный опыт. Про Одессу я больше всего знаю, тут живу, и, понятно, я плохого больше вижу. Тут как повезет. Может, кто-то приезжает, и в Одессе вот прям замечательно, там, где-то потрахался на улице с парнем своим, парень, да, и никто даже не обратил внимания, и потом едут и говорят, боже, такой толерантный город, замечательно. Да, может, просто никто не увидел. Я знаю, что во второй мой приезд в Киев меня пытались на улице побить какие-то скины как еврейку. И я на долгое время запомнил Киев какой-то кошмарный город, где прям людей даже похожих на евреев ловят на улице и пытаются избивать. Когда сейчас, было? Конечно, я так не думаю. Но это 2001 год был. Ничего себе. Да. Давайте вернемся к детям. Да, к детям. Ты у нас одна из самых известных одесских матерей. У тебя такой популярный очень блог. Такая сумнозвестных. Известных, да. У тебя популярный блог про твои семейные истории, про детишек. Да, на детках почти... хорошо зарабатывать, про них считают хорошо. Да-да. И детям ты все рассказываешь, насколько я понял. Ну, не прям все. Они все не хотят слушать. Ага. Давай начнем с тебя. У тебя же были женщины или не было? Были. Ага. И прямо вот влюбленности были? Были, была даже попытка так вот строить отношения с женщиной, но это, конечно, кошмар, у меня не получается. Так, ты об этом рассказываешь? Ребенком? Детям, да, рассказывал. Да, они даже знают, с кем мы знакомы, с этой женщиной. Ужасной женщиной. С этой ужасной женщиной, да. И как они отнеслись, что у нас же мама лесбиянка, боже ж мой. Ну, как... Во-первых, мама не лесбиянка, потому что они знают, что мама живет с папой, у нас все хорошо, как бы... Ну, в этом смысле они не страдают. Наверное, если бы я сейчас привела им женщину, сказала, мы будем жить с ней, они бы больше огорчились, они все-таки папу любят. То, что там у мамы было в прошлом, ну, это весело, забавно, их так скорее развлекает. Плюс они же, когда им откровенно рассказываешь о чем-то, что было у тебя, они откровенно рассказывают тебе в ответ о том, что происходит сейчас у них. Mm-hmm. Это очень выгодный обмен, по-моему. А что было у тебя, вот, твоя личная история, да, как это получилось, во-первых, насколько давно это все происходило, да, и как ты себя позиционируешь, да, какая у тебя вот идентификация личная такая, то есть ты бисексуал, гетеросексуал, или что это вообще было, или это были какие-то подростковые такие вот трогания, да, для того, чтобы понять и себя понять? Да ладно, там трогания. Ну, я, наверное, бисексуал, которому как-то не повезло в отношениях с женщинами, поэтому я сосредоточилась на мужчинах все-таки. Потому что, вот у меня любимая цитата по этому поводу, есть такой хороший фильм с Джеком Николсоном, называется «Лучше не бывает».
а его, он только писатель, мизантроп, не совсем здоровый психически. Его встречает поклонница, кидается ему на шею, в восторге кричит: «Боже, я обожаю ваши книги, как вы так поняли душу женщины?» Он так на него смотрит, говорит: «Очень просто, я взял мужчину, забрал у него разум и чувство долга». Вот все мои отношения с женщинами, они, по большей части, были такие, что кратковременные, что долгие. Это я смотрела, думала: «Боже, это же тот же противный мужик с носками и со всем остальным, только без разума и чувства долга». А у тебя разум чувство долга есть? То есть ты мужик немножко? Ну, да, стараюсь, да. Нет, почему же мужик? По Николсону. Это общечеловеческие качества. Нет, нет. В том-то и дело. Но у женщин это должно быть и чувство долга, и разум. Просто... У нас многие женщины думают, что можно быть просто хорошенькой, эмоциональной, чувственной, понимающей. Ни хера не понимают они на самом деле, по большей части. Ну вот, и достаточно, да. Ты немножко такая мизогинка. Я вообще мизантропка. Нет, не надо. Нет, я всех, я и про мужиков-то могу вам рассказать. И про геев могу рассказать, что я в них не люблю. Но если про мужиков, Витя, извини, про мужиков, да, как муж, знает ли он о том, что у тебя был такой экспириенс, и как он к этому относится, как, или как относился, когда вы вступали в отношения, и сразу ли он об этом узнал? Узнал сразу, да, но у него такой интересный подход. Наверное, ну вот мы же скоро 20 лет как вместе. Наверное, с мужчиной долгосрочные отношения, ну так извините за официоз, да, они возможны только когда он умеет немножечко как бы подзабывать про что-то. Вот у него такое интересное, я так понимаю, что да, он где-то там помнит, но он не живет с этой мыслью, что у меня были такие отношения. Ему это, конечно, скорее, ну так, не так его это радует, как моих детишек, в общем. А детишек прямо, то есть детишки не говорят: «Мам, а что, тебе разве не стыдно, мама?» Ну, у меня дочери 14-15 лет, они в восторге в диком вообще. У всех какие-то скучные мамы говорят: «Что ты оделась, как проститутка, там, семью заводи, там, думай об учебе». А я говорю: «Дети, как чудесно, перед вами открывается новый прекрасный мир сексуальных отношений, когда же, они говорят: «Мам, ты озабочена, оставь нас в покое». Это, кстати, отлично работает от противного. Если все время с детьми открыто стараться, чудесно так вот с широкой душой говорить о сексе, он их прям все меньше и меньше интересует. Я очень расслаблена в этом смысле. С какого возраста ты рекомендуешь другим мамам, папам разговаривать о подобных вещах с детьми? Ой, я не люблю такие фразы, когда секс строят. Я ничего не рекомендую другим мамам и папам, кроме как оставить всех в покое. Есть польская активистка, которая возглавляет кампанию против гомофобии, приводит пример адекватного разговора. Часто они в таких семьях, зовут ее Францишка Сади. Она говорит, что с детьми о гомосексуальности, в принципе, СОГИ, да, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, есть смысл начинать говорить в 4-5 лет. Ну, а дети ж разные, а вдруг ему это неинтересно в 4-5 лет? Ну, то есть куча всяких психологов советуют мне сейчас тоже кое-что делать в отношении детей. Например, каждый второй у нас психолог, да, поэтому каждый второй, когда я говорю, что у меня две дочери 14-15 лет, они говорят так: «Ой, ой, мать, ну сейчас тяжко, да». Ну, сейчас, конечно. Да, такой, что? У меня чудесные дети, у меня никаких проблем. То есть, во-первых, сейчас сильно... гораздо более индивидуально ведут себя дети, очень по-разному, и начиная даже с раннего возраста. А во-вторых, у них сдвигаются какие-то возрастные периоды очень сильно. У нас вот недавно был интересный разговор, когда представляли, прикидывали с одесскими писателями, не стоит ли собрать вот такую литстудию для детей, подростков, да, и как-то вот заниматься с ними литературкой, и давать им интересные темы, но не такие, как в скучных литстудиях, а интересные темы. И вот первая идея была там дать подросткам описать свой первый сексуальный и романтичный опыт. И я пришла домой, рассказываю это своей младшей дочери, вот 14-летней, она начала смеяться, но я тоже тогда посмеялась на этом предложении. И дочь моя посмеялась, потому что она говорит: «Мам, ну, в ваше время, наверное, кроме секса ничего интересного не было». Я, говорю, сейчас должна посидеть в соцсетях, выложить фотки, посмотреть новый сезон своего сериала, написать фанфик на любимый романчик, нарисовать картинку, плюс еще школа. Говорит: «Ну, извини, у меня столько всего интересного, что, ну, о сексе я там лет 20 еще подумаю». Еще Дейенерис погибла, если смотрела последнюю серию «Игры престолов». Это же ужасно, какой секс. Мы еще «Игру престолов» не посмотрели, то есть человек очень занятой. А в 14 лет ты была другой? Я, конечно, да, конечно. Да, во-первых, это была жутко табуированная тема, жутко запретная. Я недавно был очень смешной, я открыла свои подростковые дневники, у меня была манечка вести дневники, и я прям понимаю, что я там считаю, вот скоро мне будет 16, 16, наверное, уже можно. Вот
Вот единственное, что мне мама говорила, ну вот в 14 это уж совсем проститутка, которая сексом занялась, пропащий человек, значит, уходи из дома тогда. Я думала, ну вот в 16, наверное, уже она меня не выгонит. И реально у меня прям через день в записи, вот-вот скоро займусь сексом. Было не с кем заниматься сексом на самом деле. Не то, чтобы я конкретно с кем-то хотела этим заняться, но просто это была такая тема, ну надо немедленно, я же не человек, пока это не сделаю. Они сейчас люди без этого. А если так, может быть, так рано и так серьезно детей конфронтировать со всеми подробностями, то они потеряют способность кого-то влюбиться. Нет такой опасности? Нет, влюбляются они замечательно. Нет. Насколько у тебя было много информации, в принципе, о сексе? Я к чему? К тому, что, допустим, только на прошлой неделе узнал, да, о том, что при потере девственности, в общем-то, все это происходит не так, как я думал. Да? Оказывается, девственная плева разрывается вширь, да, а не вглубь. Буквально вот узнал об этом на прошлой неделе, хотя прожил 33 года. Я тут согласна с Бреюсом, но оно как-то радикально ничего не меняет. Хоть бы и наперекосяк. При неаккуратном разрыве, по ощущениям, оно прям во все стороны разрывается. Это, наверное... Я про физиологию. Я к тому, что, в общем-то, как бы, да, мы об этом говорим, да, я об этом читаю. Даже вот при моем интересе к этой теме, да, про тему сексуального, дошкольного, в частности, сексуального образования, я об этом не знал. Слушай, я 10 лет назад пообщалась с 25-летней девушкой, которая благополучно потеряла свою невинность, правда, поздновато, но потеряла. Но при этом она была уверена, что мочеиспускание и секс у нас происходит в одно и то же отверстие. И она начала беседу с того, что возмущалась, как Господь нехорошо устроил, что вот оба этих грязных дела должны происходить вот в одно и то же место. И мы так схватили за голову, и говорю, дорогая, ты пробовала как-то анатомическое строение, как-то половых органов поизучать немножко, в школе хотя бы? Вот насчет школы. Когда же начинать там сексуальное просвещение детей? Когда ты им все хочешь вот как рано. Ну, когда им стало интересно, тогда и надо. Нет, ну в школе же надо программу делать. Там, в каком классе приходит дядя и говорит, тетя, и рассказывает им про все это дело? Ну, честно говоря, я вот лично моим детям вообще не надо про это рассказывать. Ну да, у тебя исключительная семья. Так не исключительная, но нормальная. Я не то чтобы там составила программу и год из года там повышала их сексуальный уровень. Это происходит естественно, если ты можешь об этом говорить. С другими детьми, ну, наверное, постоянно, прям после каждого урока с первого класса. Первый класс? Ну, у нас родители дикие, поэтому дети приходят с такими дикими представлениями, что да, им в школе как-то надо переключать. Тому другую... що це ж не тільки про секс, це так само йдеться про фізіологію, про гігієну, да, про профілактику захворювань, анатомію, ту, ну, щоб да, діти люди вот розуміли, да, як очень, воно очень здрава мысль, потому что я же не сажала своих детей, не говорила, дети, а давайте мы теперь поговорим о сексе. Это самый конченый вариант, который можно придумать. Поэтому дети обычно говорят, нет, мы не хотим говорить о сексе, и уходят. Ты заводишь разговор о семье, об обществе, об отношениях. И секс как-то, ну, это, ну, как и у нас, нормальная часть жизни, да. И он затрагивается, так или иначе затрагивается. Они об этом спрашивают. То есть какой-то урок в школе, наверное, с первого класса можно было бы начинать, постепенно усложняя, где объяснять, какие у нас бывают варианты семьи, отношений, и у нас отношения между собой в обществе, в государстве, на работе, чтобы они как-то росли взрослыми, социализированными. У нас сейчас происходит забавная обратная ситуация. Вот я такая вся продвинутая мама, а мне дети приходят и весело рассказывают, что в школе некоторые учителя не ленятся полурока вместо предмета посвятить тому, чтобы рассказать им о месте женщины в жизни, например. Очень важная тема. Что женщина должна быть шеей, опорой мужчине, что мудрая женщина никогда не лезет вперед мужика. Что значит, вот мужчина, глава семьи, надо понимать, и мужчине позволено ходить налево, а женщине, значит, нет. И всякие вот эти житейские мудрости, эти наши тетушки 40-50 лет, они сидят в школе, и они учат наших детишек. Какого черта они делают это вместо обучения предмету, это вот да, очень волнующий меня вопрос. Да, какой номер школы? Нет, ну здрасте, у меня тоже завтра дети пойдут. Нет. Окей, мы сейчас говорим о школьном образовании, да, сексуальном образовании. У меня есть знакомая, да, которой ей дочке 4 года, у нее есть друг, соответственно, друг это я, да, и как раз она спрашивает, а у дяди Никиты есть жена? Она говорит, нет, потому что у него есть партнер, мужчина. И девочка это говорит, а, понятно, все, больше вопросов нету, да, скорее всего, в школе уже пойдут другие какие-то вопросы, скорее всего, это вот ощущение миропонимания, да, оно формируется как раз в 4-5 лет, то есть в школе уже поздно. Ну, слава богу, он у них формируется, начинает формироваться это не в школе, поэтому, ну да, может быть, в школе и поздно. Ну, в школе же стереотипы, скорее всего, будут навязаны, которые, с которыми будет сложнее работать потом родителям там, или тем, кто этим занимается, психологом. То есть вы предлагаете еще в детском саду с сексом мурыжить, да?
им бедным всю жизнь думать вот про этот секс и еще вот... Я не предлагаю. Говорить про вариативность на самом деле, что мир разнообразен, да, что есть мужчина-женщина, мужчина-мужчина, женщина-женщина. Возможно, что там про какие-то транс-переходы, да, там про какие-то внутренние экспрессии, там про это рано говорить, да. Но в каком-то простом, понятном языке, наверное, нужно говорить изначально, потому что это такая база, платформа, которая формирует мироощущение ребенка, да, и тогда на это все будет нормально вкладываться какие-то такие вот либеральные, толерантные ценности, да, и, соответственно, дети по-другому сейчас воспринимают все. Понимаешь, тут еще проблема в том, что сколько бы мы с ними об этом не говорили, они живут в реальности, которая пропитана совсем другим, да, то есть... Ты можешь сколько угодно рассказывать, что есть нормальная вариативность. Ну, можно жить одному всю жизнь и быть счастливым, да? Можно жить втроем, четвером, там. Можно на год сходиться с людьми, расходиться, и никто не будет резать себе вены. Это замечательно. То есть есть люди, которые не хотят долгосрочных отношений. А можно там с мужчиной, мужчине прожить всю жизнь счастливо и еще детей завести и внуков. Можешь об этом сколько угодно рассказывать, но потом не сядут, например, смотреть телевизор. И давайте прикинем, какое количество этих фильмов закончится, если это фильмы о романтике, об отношениях, какое количество из них закончится не свадьбой, классической такой гетерофашистской моделью, да, красивый мужик, красивая баба, поженились, и у них детишки. Вот это счастье. Если у них нет детишек, это трагедия. Ну, это 90% фильмов, которые мы смотрим, да? Да. То есть книги то же самое. Если вдруг повезло, ребенок что-то читает, то в книгах он видит то же самое. Да? Вся наша классическая литература, она об этом. Если гей или одинокий человек, то ну, одинокий по определению несчастный, гей по определению несчастный в литературе. Это все понятно. Он страдал, мучился, потом умер. Никаких детишек, жизнь не удалась. То есть сколько бы ты ни рассказывал об этой вариативности, они поедут в гости к бабушке, они пойдут в школу, пообщаются с учениками, посмотрят фильм, почитают книжечку, послушают музычку, и там будет все совсем другое. То есть я не особо надеюсь на то, что если мы сейчас об этом резко заговорим и начнем в школах всем детям все это рассказывать, что-то изменится в ближайшие лет 50. Потому что должно измениться отношение к культуре вообще к этому. Дети, но это, конечно, надо делать. Да, да. Дети транслируют, как правило, что? Транслируют, как правило, что? Какие-то идеи, допустим, чтобы воспитать гомофоба, для этого главное условие, скорее всего, да, это родители, которые придерживаются таких взглядов. Ну, это люди нетерпимые вообще, как правило, ко всему. У нас же очень интересно, в нашем обществе, как правило, нет морали, нет нравственности, да, в принципе, люди способны-то на все, ну, за исключением тех случаев, когда они понимают, что их сейчас поймают или побьют, или посадят. В остальном они способны на все. Ну, давайте будем честны, да, никто мне не возражает, здоровый, когда я это говорю. Здоровый цинизм такой, да. Такой, да, назовем это здоровым цинизмом. Это полное беззаконие, главное быть прикрытым, прикрыл себе зад и делай, что хочешь. Ну, какие-то правила должны быть. И вот эти правила, нормальные, нравственность, закон, да, которые сочетаются с большой личной свободой, так как у нас их нету, вместо этого мы наступаем на личную свободу. У нас есть приличие. Вот у меня был на днях очень интересный скандал в ночном клубе. Казалось бы, не музей, да, вот не храм какой-то там культуры. Это ночной клуб, в котором там стрип-шоу проходит периодически, там травести-шоу. Очень весело, замечательный ночной клуб, такой хороший, золотая молодежь тусит. И ты. Ну, у нас там было мероприятие, ну да, и я. Это называется эйджизм. Эйджизм, да. Ну ладно, я такая уже старенькая. В общем, я там была случайно на мероприятии. Ну уж если я там, то почему как бы тоже не выпить, не потанцевать, не повеселиться? Но так как я пришла на мероприятие в официальном таком наряде, то у меня было не особо удобное платье и жутко неудобная обувь, которой потанцевать, конечно, ну... Поэтому я разулась, и меня поймал охранник, который увидел, что я хожу без обуви. И вот этот дядя, я его отлично понимаю, с одной стороны. Это дядя такой плохо выглядящий, лет 50. У него плохо оплачиваемая работа. Он каждый день видит людей, которым весело, у которых есть деньги, а он полный задница. Так, давайте честно. И тут бегу я мимо, такая счастливая, веселая, пьяная, без танцующая. Каблуков, да, и без обуви. И он видит, вот оно, вот оно. То есть я так понимаю, что, наверное, ему было бы приятнее, если бы он меня поймал там с кем-то трахающимся в туалете. Тогда прям совсем полноценно. Но, в принципе, то, что я без обуви, это примерно то же самое. У него есть повод. И он с таким восторгом начал меня отчитывать. Я, естественно, возмутилась. Я пошла обулась, пришла еще раз к нему. Говорю, да что ж это за издевательство такое? Какая вам разница, в обуви я или нет? Он говорит, у нас дресс-код. Я говорю, впервые в жизни слышу, чтобы дресс-код касался какой-то формы обуви или присутствия обуви в ночном клубе. Тем более, что пришла-то я в обуви. Дресс-код вообще на входе.
Но он воспользовался тем, что из танцевального зала и вышла в туалет. Они позвали администратора. И администратор, вот молодая, красивая девушка, стояла и совершенно серьезно мне рассказывала, что это же неприлично ходить без обуви. Может быть, это фуд-фетишисты все сплошные? Ну вот, слушай, у меня было ощущение какого-то дикого бреда. Опять нескромный вопрос. Что за клуб? Сейчас мы все узнаем про наш город. Ну, клуб я вам сдам, ладно, это клуб Найс. Это было кошмарно, клуб это было Найс. Ми знаємо, куди не стоїть ходити без обуви. Друзі, пригадуєте, кілька років тому, здається, два або три, випустили книжку Лариси Денисенко «Майя та її мами». Вона зробила такий фурор, ця книжка, тому що там було про дівчинку, в якої дві мами замість мами і тата. Відповідно, дуже сильно протестували різні вчителі, вихователі, праворадикали приходили на презентацію цієї книжки, зривали. Ларису Денисенко також клеймили, вона така достатньо правозахисниця, крім того, і феміністка. Не так давно ми бачили відео з львівської школи, де вчителька говорила учням, Нікіта також ділився зі мною цим відео, говорила учням відкрито про те, що якщо ви підете в туалет після гомика, це вона так говорила, це її цитую, то ви помрете. Діти це зняли на відео, це були, не знаю, клас 8, 7, дівчата сміялися і знімали. Причому, Крізь, доповнення немного, як вона виглядала, вона була така в платочці, плохо виглядала, да? От вона була похожа на тих, хто обычно стоїть у храму, да, і якраз займається тим, що просять какой-то донейшн какой-то, да, от входящих, фрі-донейшн. Таку от, да. І таке враження складалося, подаяние. Що діти... Подаяння. Фрі донейшн, то трохи інше. То на сайті в тебе попросять фрі донейшн. А жіночка, от, власне, дуже експресивно, дуже фанатично розповідала дітям про те, що це погано так робити, не можна любити чоловіка, якщо ти жінка. І діти таке враження сміялися з неї, вони просто не сміхалися, вони не сприймали ці слова всерйоз. І, власне, складається справді таке враження, що діти готові сприймати різноманітність цього світу. Дітям не подобаються ті ж патріархальні стереотипи. Мені цікаво, як ваші доньки зреагували, коли їм вчителька розповідала, що призначення жінки – це сидіти на кухні, що чоловік має йти перший, треба слухати чоловіка. Як вони погоджуються з цим, не погоджуються, чи виникають якийсь в них когнітивний дисонанс в голові, тому що вони бачать, що реальність, то, в якій вони живуть, трохи відрізняється від того, що їм говорять вчителі. Ні, ну у них дисонанса нікого не визникає, тому що там, що більшість людей умом не відрізняються, а сообразительністю, тим більше, я їм давно об'яснила, ще раніше, ніж про секс. Це наша головна тема. І вони ежедневно знаходять підтвердження цьому. Тобто вони просто приходять у школу дуже щасливі, веселі, кажуть, сьогодні така глупость була, мам, ти не повіриш. І от так, угорає, пересказують. Ну, іноді, звісно, вони з грустю говорять, що деякі їх соученики слухають це всерйоз. І навіть говорять, що у нас вдома теж таке розказують. Ну, то есть на видео они их не снимают, к сожалению. Это могли бы быть хорошие видео, они оживили бы мой блог. Но на видео не снимают. Но дискуссия, смеются, они... веселятся. Да, дискуссии включаются, не включаются, когда слышат такое? С учителями? Какой смысл? Ну да, какой смысл? Горбатова могила. Какой смысл? Нет, ну они все-таки, конечно, я сколько угодно могу рассказать, что они чудесные, продвинутые девочки, но они школьницы. Давайте вспомним себя школьниками. Каждый раз, когда учитель начал трындеть, мы счастливы, потому что он никого не спрашивает. Конечно. Они к этому так относятся. Ну правильно, здоровое отношение. Да, да. То есть они... Ну вообще, с другой стороны, учитель должен какой-то иметь индивидуальность, он должен быть личностью. Ну вот она такая, она это рассказывает. Почему она не имеет права рассказать свои собственные мысли? Ну ты бы рассказала свои мысли, если бы ты преподавала что-нибудь в школе? Ты тоже, наверное, отвлекалась иногда, что-то говорила. Ну, если бы я что-то преподавала, то, наверное, язык и литературу, и вряд ли бы вместо того, чтобы давать им предмет, материал, я делилась бы своими какими-то мыслями. Ну, почему нет? Ведь никакая должна быть интересна, этика педагогики как человек. Должна быть. Ну, потому что, если говорить о педагогике как о высоком сложном искусстве, да. В полном смысле этого слова, то тогда, конечно, да, каждый педагог должен быть просто уникальной, цельной, сложной личностью, и к нему должны быть предъявлены высокие морально-этические требования. Зачем такому человеку работать в нашей школе, я не особо понимаю. Ну, то есть такие люди в нашей школе, как правило, не работают. Там работают многие просто святые люди-подвижники, которые измучены жизнью, у которых дома свои тоже измученные жизнью дети и муж. И они, вот те, которые святые подвижники, они пытаются как-то все-таки дать предмет, несмотря на то, что голова у них забита своими проблемами. И какое-то количество кликуш и вот бабушек в платочках, и женщин, нереализованных в личной жизни,
которые зачем-то парят мозги детям устаревшей моралью там 200-летней давности. Которые не понимают, потому что концепция классная Аркудинцы — это вторая мама, он уже себя давно пережил, соответственно, да, и школа — это всего лишь институт, да, образовательный, куда дети ходят для того, чтобы получать знания, да, а не какую-то школу жизни, как это вот принято было еще лет 25 назад. Ну, я думаю, что как-то второй мамой... Я, например, очень ревнивый родитель. Я бы вообще не особо хотела бы, чтобы кто-то воспитывал моего ребенка. Я к этому сама отношусь ответственно, я на это не забиваю. Я трачу на это очень много времени. И в конце концов, когда они говорят, а почему бы нам не послушать кого-то еще взрослого, я говорю, ну да, пожалуйста, этот взрослый пусть вас кормит, одевает, обувает и все остальное. Потому что какого черта эта тетя, которая не заботилась тем, чтобы завести своих детей, приходит и моим детям, которые ей не мешают и хорошо воспитаны, рассказывают что-то еще, я не понимаю. Да, и вот плюс один. Ну, школа должна быть интересной, она должна быть разной. Если бы я был директор школы, я бы туда набрал интересных личностей. И такую кликушу, какого-нибудь там а деньги гея, на них ты бы где взял? А, подожди, нет, ты бы такую кликушу школы набрал бы в школу? Тоже бы взял. А, ну то есть каждой твари по паре, то есть дети должны знать, с какими уродами им придется столкнуться в жизни, да? Почему? Может, кто-то пойдет в церковь из детей, почему нет? Педофила можно взять. Нет, педофила это слишком, конечно. Но разных интересных личностей. Вот как мы берем сюда интересных личностей, чтобы с ними побеседовать? Мы тебя пригласили, такую странную девушку. Спасибо. Это ты советскую школу вспоминаешь, да? Где был алкоголик, трудовик, обязательно такой чувак, которого ты встретишь в армии, физрук. Кстати, да? Между прочим, да, трудовик наш матюгался при нас. Да, это да. Было здорово, понимаете, никто из учителей не матюгался, а он матюгался. Просто понимаешь, те образы, слава богу, они уже, ну, можно сегодня прожить жизнь и не встретить этих людей. Как это не встретить? Матюгающихся трудовиков, это полный троллейбус. Нет, смотри, вот эта бабушка в платочке, вот эта идиотка благоверная такая. Тоже пускай будет. Нет, она тебе раньше могла встретиться после школы прямо вот на каждом втором месте работы. Иногда она бывала твоей начальницей, да? Или стучала на тебя куда-то. Ты сейчас считаешь, что их нет? Да не особо. Я не знаю, куда надо. Ну, монастырь, раз уйдешь, и они там. Нет, нет, есть, конечно, кругом полно таких женщин. Эти типажи сейчас избегаемы, и ты не обязан с ними быть в контакте. Так как в школе. Раньше нам говорили, да, в школе привыкай, потому что ты потом пойдешь в коллектив трудовой, и там в трудовом коллективе тоже будут такие люди, тебе надо будет социализироваться с уродами, да? Не любите вы людей, нет, Таисия Константиновна? Я люблю людей, у меня замечательный коллектив на работе. Хорошо. Таких нет у вас на работе, дурочек? Нет. Я согласен с Таей, что профессия педагога, да, это прежде всего профессия, да, это профессиональный навык, знание и какой-то опыт определенный, а не интересная личность. Нет, интересная личность хорошо бы, но просто тогда, если уж мы говорим, извините, но просто их же не оценивают с этой точки зрения, тогда если поддержать идею, что это должна быть интересная личность, которая имеет право воспитывать моих детей в школе, давать им какие-то нравственные уроки и моральные ориентиры, тогда надо их как-то тестировать на это, я не знаю. Back to USSR. Хоть какие-то 20 вопросов на ході задати, посмотреть, чого вони відповідають, то може волоси дибом стануть. Діти ж можуть собі за авторитет брати вчителів, не слідувати їх, якщо ці вчителі їм імпонують. Можливо, комусь заімпонує вчителька, яка розповідає щось погане про гомосексуалів, але я якої думки притримуюся. Ми точно не будемо тут нікого називати ідіотами, клеймити, тому що це позиція людини. Інша річ, чому вона її висловлює в школі, як в соціальному інституті, де в неї ви, звісно, не бійтеся, я буду. Так, ми не будемо, тому що ми говоримо про те, толерантність і про те, що думок є правда, багато, правда. Позицій є багато, ми тут про діалог. Ти права, Дана. Просто толерантність така інтересна штука. Має зворотню сторону, так? Можна загратися в толерантність. Так, іноді ми оказуємося в ситуації, от... Тоже ребята знают, моя больная тема. Иногда мы оказываемся в ситуации, когда у нас сидит маньяк-убийца и полицейский, и мы говорим: маньяк-убийца, скажите, как вы дошли до жизни такой? Он говорит: а мне просто очень нравится убивать. Мы говорим: да, мы понимаем ваши ценности, вы имеете право на это мнение. Полицейский говорит: а как же так, убивать нельзя. Мы говорим: да, у вас тоже очень интересное мнение. Ну вот, толерантность не должна выглядеть так. Мы должны быть толерантны, но у нас должны быть жесткие правила того, что недопустимо. Унижать людей, диктовать им правила в тех сферах, в которые ты не имеешь права вмешиваться. И вот к этому быть толерантными – это недопустимо. Ну, женщина в платочке, которую вот ты так не любишь, мы ее все немножко так презираем, да, про домострой и так далее. Она же тоже имеет свой бэкграунд, она тоже прожила жизнь. Ей кажется, что так вот посоветовать девочке. Ну и Чикатило имел свой бэкграунд. Нет, Чикатило не имел свою болезнь. Да он тоже прожил несчастную жизнь. Нет, Чикатило имел болезнь. Нет, ну подожди, эту женщину мы тоже не освидетельствовали. Может, и она нездорова. Чего ты так? Она не убивает никого, не насилует.
Она так считает. Так давайте сразу вернемся к нашей теме. Ладно, хорошо. Да, про детей. Эльжбета Блок-Фернандт, это основательница популярного блога «Мама против течения». Я вас только интересного узнаю сегодня. Она говорит, что не будет объяснять своему ребенку, почему люди одного пола живут вместе. Это как подчеркивать, что однополым парам нужно какое-то оправдание. Люди любят друг друга, люди живут вместе. Тем более, если ваш ребенок сам не задает вопрос, почему. Не надо забегать наперед, пусть спросит сам. Как это было у тебя, когда касалось разговора вот, с твоими детьми об однополых парах и, в принципе, о гомосексуальности? Ну вот... Я, как и говорила, ну, я не посадила их в определенном возрасте, такая, пора, дети, про геев. Нет. Ну, как, я даже не могу вспомнить. У меня такое ощущение, что не всегда. Но вот у нас есть вещи, да, в памяти, которые мы как будто всегда знали. Ну, мы же не помним, когда нам объяснили, что теперь надо не на горшок ходить, а вот в туалет, да? Кто-то помнит этот памятный день? Вряд ли. Но в какой-то момент это определенно случилось, и, видимо, вовремя, да, потому что мы научились. Но тут и точно так же... То есть, да, я согласна, вот хорошая мысль, что не надо на этом акцентировать, как-то в каком-то определенном возрасте сажать и говорить, что «а вот если вот дядя с дядей живут, это тоже нормально, милок, если ты об этом еще не думал». Во-первых, какие-то вопросы, которые задает ребенок, во-вторых, какие-то истории, они что-то делают, они начинают, допустим, очень удачно, если вы видите, как ребенок пытается посмеяться над чем-то, что ему кажется, что в принципе нормально, но ему непривычно. У них же в определенном возрасте они очень любят обсмеивать все, что им кажется ненормальным. Да? Сначала им нормально все, потом мы вбиваем им в голову норму, и они пытаются эту норму прикладывать ко всему. У меня была ситуация, например, когда дети мои маленькие побежали на улице за двумя парнями-азиатами, которые шли, взявшись за руку и нежно прижавшись друг к другу. И вот это был очень хороший повод поговорить об этом. Да, да. То есть, ну, им было смешно, они не то, что там бежали обидеть этих ребят, не факт даже, что эти ребята геи были, кстати, может, ну, это другая культура, да. И у нас получился очень интересный разговор, что, во-первых, я сказала, что, ну, вообще бежать на улице за людьми, смеяться им вслед, чтобы вас там не смущало, это уже нехорошо. Во-вторых, возможно, это люди другой культуры, и у них принято общаться совершенно по-другому. И тоже надо к этому присмотреться и понять. Тем более, что Одесса такой город как раз, где к этому надо привыкать изначально, да, мы тут не живем замкнуто, приезжают очень разные люди, разных культур, идут не очень по-разному себя. Там в каких-то культурах совершенно такие мачо-мужчины целуются чуть ли не в засос, все время сидят в обнимку, это вообще нормально, ничего не значит. Танцуют друг с другом еще. Да, да, ну... И в-третьих, как раз был разговор о том, что да, даже если это была действительно гей-пара, ну и замечательно, а вам-то какое собачье дело, ваши дети. Почему сказать, очень стыдно было за вас сейчас, нехорошо. Вспомню такую сейчас историю. Я когда был маленький, 2,5 годика мне было, мы были с мамой в большом магазине, универсам какой-то или ЦУМ, где одежду продают. Вот я там потерялся. И между этими стеллажами увидел темнокожих ребят. Вот, и устроил такую истерику. Я орал на весь ЦУМ, да, в Алма-Ата, что «мама, черти, мама, черти». Мама подошла, и вот таким вот образом я узнал, что люди бывают разные, да, как бы, то есть... Испугался страшно. Я зустрічала таку тезу, коли діти запитують або просто вирішили з дітьми поговорити про гомосексуальність, то потрібно наголошувати на любові, що там чоловік з іншим чоловіком живе тому, що він любить одне одного, а не просто говорити, що чоловіку подобаються чоловіки. Тому що хлопчик може подумати, ну окей, мені теж подобаються чоловіки, то означає, що я тепер гей. Чи ви погоджуєтеся з такою тезою? Про любов, взагалі, я би говорила дуже осторожно. Ну, во-первых, мы как-то еще не сформулировали, у нас же даже нет общего представления, что такое любовь и что мы имеем в виду, когда мы говорим, что люди любят друг друга. Ну, во-вторых, ну, а получается, мы же не формируем у человека ощущение, что мужчина и женщина всегда живут вместе только потому, что очень сильно любят друг друга. И это было бы очень нездоровое отношение. То есть человек не вступал бы в отношения всю жизнь, пока ему не покажется, что у него что-то действительно серьезное. Или там каждую влюбленность принимал за очень серьезную любовь и пытался бы до конца строить отношения. Мы же чувствуем разницу, да? Иногда мы живем с кем-то, что нам это приятно, удобно, разницу, весело. Но ребенку надо это пережить лет 15-16. Да не все им надо пережить. Ну, какие-то нужно быть идеалистом какое-то время. Вот. Время собирать камни, время разбрасывать. Ну, смотри, тебе, я так понимаю, никогда не отрубали ни руку, ни ногу, но ты чувствуешь разницу, да, между этим примерно. То есть мы вполне способны, дети в довольно раннем возрасте, очень способны хорошо понимать разницу между разными вещами, им не все их надо пережить. Ты хочешь, чтобы твои дети были мудры, как ты, вот уже сейчас? А дальше-то? Они уже мудрее меня-то во многом. Это не какие-то мои... Они во многом уже мудрее меня и отлично разделяют многие вещи.
Мы просто не говорили. Ну, со мной, например, не говорили, не учили. Я понимаю, что к 30 годам как-то потом и кровью на собственном, как и говоришь, опыте добывала какое-то знание, что нет, можно быть с человеком приятелем, можно его любить, а можно его любить, но не жить с ним, а можно с ним жить, но не любить его, а можно быть друзьями и любить, и все эти глупые вопросы, вот это, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной, которые мы до сих пор задаем, да, а возможно ли секс по дружбе и все остальное, они как-то отпадали с возрастом. Сейчас 15 лет они имеют возможность на самом деле не задаваться этими глупыми вопросами. Все возможно. Пока ты никого не обижаешь, не унижаешь и не мешаешь никому этим, реально не мешаешь, а не так, что ты противоречишь его устоям. Все возможно. То есть в 15 лет уже нормально, то есть, ты считаешь, вот мы все время говорим о том, что надо вот перечислить им варианты, чего могут быть, да? А мы не перечислим все варианты, их сколько угодно может быть. Есть, ну, я бы скорее шла от противного, что разрешено все, что не запрещено. А в сфере отношений, ну, что запрещено, в принципе, объяснить несложно, да, это запрещено насилие и вступление в отношения с людьми, которые не достигли возраста. Все. Это понятно. Я своим детям, у меня же тоже две дочки. Я им говорил, что все-таки надо сначала убедиться, что ты человека любишь, а потом уже с ним спать. Ты представляешь себе, каким мучением становится секс первый с человеком, которого ты любишь? Как, каким мучением? То есть вместо того, чтобы попробовать что-то сделать технически, у тебя в голове буря эмоций, вот это вот иканье бессвязное. Еще хуже всего, если оба друг друга любят. Ну, это только в книге про Ромео и Джульетту у них все получилось. Женщина, кошмар какой. Ну, там условно получилось у Ромео и Джульетты. Там не говорится о том, что они переспали, говорится о том, что они хорошо умерли. Я даже сейчас считаю, что если ты человека не любишь, то секс с ним не так хорош, как с любимым человеком. Сейчас ты уже все умеешь. Нет, я об этом и тебе говорю. У тебя же там, если ты сейчас полюбишь, у тебя же не будут держать руки, ты же с перепугу не забудешь, что делать. Ну это же так мило, когда они забывают что-то там сделать. Мило. Потому что любят друг друга 15 тебе лет. Тебе мило, а людям стыдно, кошмарно, они потом 3 года боятся еще раз попробовать. Ну же, как вспомнишь, боже, я любила этого человека, теперь на глаза стыдно показаться. Щодо ЛГБТ-прайдів. Багато батьків скажуть, ні, ми не хочемо бачити таких парадів на вулицях, а раптом діти наші побачать, а інші навпаки кажуть, так, я хочу, щоб моя дитина це побачила, для того, аби вона зрозуміла, яка є різноманітність, і що це теж суспільство, частина суспільства, нічого тут такого немає крамольного. Чи ви би пішли своїми дочками на прайд? Ми не любимо масові мероприятия, ми взагалі не ходимо на масові мероприятия. Ну, наверное, може, і сходили би, якщо б захотіли. Ну, то есть... По-другому вопрос стоит. Ну, скорее мы в кино пойдем. Ну, может, на прайд сходили бы. Имеется в виду, ты бы не испугалась с ними туда пойти? Нет, не испугалась. Не заразятся? Нет, ну, чем заразятся? Слушай, я уже заразила их успешно всем, чем можно. Пошла Бьянка, кашлянула или чихнула рядом, понимаешь? А, это... Не, ну, я думаю, мы в масках пошли бы, конечно. На всякий случай. Нет, насчет этого, думаю... Никаких проблем не было, просто правда, мы не на какие там, на юморину, не на какие массовые мероприятия, мы просто не ходим. То есть у меня проблема в этом, пытаюсь честно ответить. На какую-то интересную компанию, где будут геи, ну да, вполне, и ходим регулярно, и нормально. То есть у нас там друзья, две девушки, живущие вместе, две уже разошлись, одна теперь с парнем. Одна девушка долго жила с другой нашей подругой семьи, а потом вышла замуж за друга нашей семьи, и как-то, ну, нормально. Они похихикивают, конечно, немножко, но они сейчас похихикивают, ну, дети, когда узнают об этих перипетиях каких-то новых, но они сейчас похихикивают, оно все, что связано с отношениями, поэтому это не особое хихи, ой, геи. Они тебе не рассказывают, что мама, все-таки мы немножко от тебя заразились? Я вот в девочку влюбилась. Нет. У меня вот младшая увлечена ЕОМ, да, вот этой такой темой, где парень-парень. А старшая вообще такая серьезная, не хихикает, ничем она от меня не заразилась. Так иногда меня подкалывают, что, конечно, мам, в твоем возрасте пора бы уже посерьезнее быть. Западные психологи говорят, что не нужно ограничиться только родными разговорами, особенно с подростками. Да? Пусть дети пойдут вместе с вами на марш равенства, чтобы привить мысль о важности равных прав и посмотреть, как это происходит. Потому что некоторое такое воображаемое киношное, да, вот есть такой мультиобраз, да, какой-то вот собирательный, и реальные живые люди. И эти же психологи говорят, что, возможно, не стоит ждать вопросов от ребенка, а самим поинтересоваться, что же он слышал. Тем более, что в подростковом возрасте, скорее всего, он уже нахватался стереотипов в школе, там, от друзей, от сверстников и так далее.
Так вот, стоит начинать разговор с подростком, да, и вести его на прайд, но вообще в принципе об этом не говорит? Или ждать, пока само оно проклюнется? Вот тут опять же, какая-то немножко странная ситуация, как для меня, но... Это опять же про образование, как бы, да, не школьное, если ты с ребенком, а домашнее. Если ты с ребенком говоришь все время дома, если ты с ним все время говоришь, то как только у него возникает вопрос, он к тебе приходит его немедленно обсудить. Не у всех. Это в твоей семье, да. То есть ты вообще, получается, мы берем ситуацию, когда у вас не принято в семье, допустим, говорить с ребенком о важных темах, отвечать на его вопросы, у него не принято с каждым вопросом приходить к родителям, а вдруг какой-то момент у родителя включается, я хочу быть толерантным, сейчас поговорю об этом с ребенком. Ну, это гиблое дело, что, во-первых, ты для него не авторитет. Если ты с ним не разговариваешь постоянно, ты не авторитет. Во-вторых, он не привык тебе доверять вообще, твоему мнению. У него наверняка уже есть какие-то другие ориентиры, авторитеты. То есть это то, почему все люди, которые говорят, что узнают о том, что у меня дети-подростки, хватаются за голову. Потому что они в том возрасте, когда у них вдруг дома появился почти взрослый человек, поняли, что они не авторитет для него. И это большая проблема. Ну... В общем, я себе слабо представляю технически эту ситуацию, когда, да, можно спохватиться в какой-то момент и начать ребенку говорить умные, хорошие вещи, попытаться повести его на прайд, он скажет, так спасибо, папочка, там, мамочка, я иду по своим делам, а то, что мне сейчас пытаешься церковь. Рассказать, я узнал в других местах. Возможно, что и в церковь, да. Я даже не знаю, что хуже. Слушай, а папа... Церковь на дискотеку, на паперть. Вот. А папа у вас тоже такой же толерантный? Или все-таки он не настолько продвинут, как ты? Если там вы идете всей компанией семейной и видите впереди двух, не знаю, геев. Папа говорит, о, дети, эти пидоры пошли. Не, ну так он не говорит, но он, конечно, у нас не настолько толерантный. А как он реагирует? Пидоры пошли, он скорее скажет на каких-то знакомых нехороших, которые за объект не рассчитались. Ну как он? Да, ну он никак не говорит, у нас молчаливый папа. А, просто молчит. Нет, ну когда заговариваем на эту тему, он, конечно, говорит, я это не понимаю, я этого, дети. Вот я это не понимаю. Ага. А они не пытаются ему объяснить? Папа, нет, не пытаются, нет, нет. Иногда, конечно, он так заглядывает в мониторы, они там что-то вот смотрят аниме какое-то свое про двух парней, которые там нежно обнимаются, он такой, ой... Ну, у него личное неприятие, да, но оно выражено в цивилизованной форме. То есть, да, он гомофоб, но он цивилизованный гомофоб. Ему неприятно это, но при этом я понимаю, что он так вот воспитан, что ему, в принципе, неприятно, и когда гетеросексуальная пара, например, целуются где-то на улице. Но все-таки из небольшого города, и какие-то открытые проявления, ну, в принципе, и меня саму тоже смущают, и неприятно смущают, слишком открытые проявления чувств в каких-то публичных местах. Тем более так при свете дня. Вы с ним никогда не целовались при свете дня с папкой? Не целовались мы при свете дня, но просто иногда ты идешь и садишься на скамейку в парке, пытаешься книгу почитать, а рядом пара как-то так в засос, там уже чуть ли не переходя к отношениям. Ну вот нет, не знаю, ну не классно. Меня точно так же раздражало бы, если бы кто-то сел там и тарелку борща начал бы есть. Ну какое-то ощущение неуместности, и мне немножко мешает. Как эта бабка с этой... Нет. С косынкой. Нет. Нет, ну, во-первых, я, понимаешь, я говорю о своих ощущениях точно так же, как и он. Вот. То есть вот тот охранник, ему тоже могло не понравиться, что я хожу босиком сколько угодно. Да, но я не подхожу к людям, не говорю, как вам не стыдно, что же вы делаете, вы мне мешаете. Ну, я уж если там слюни на меня полетят как-то, брызги, то постараюсь как-то, да, да, брызги борща полетят, то тогда уж скажу там, любезный, давайте как-то полюбезней. Вот она, толерантность, господа. Вот, да, вот то есть ненавидеть-то можно что угодно. Можно терпеть не можешь детей. Я терпеть не могу чужих детей, например. Но я же не говорю, вы уроды, что вы детей поназаводили. Моему мужу не нравится гей, он этого не скрывает. Да, он гомофоб. Но он гомофоб в такой цивилизованной форме. Он говорит об этом спокойно, когда его об этом спрашивают. Или отворачивается, чтобы не видеть то, что ему не нравится. Он не считает, что все должны быть такими. Он не считает, что геи не должны быть такими. И, по-моему, вполне приемлемый вариант. Ну да. Ну вот я про Германию тут уже рассказывал, что немцы тоже, мы-то думаем про них, что они такие все толерантные. То же нет, самое. Я-то их знаю. Они нисколько, совершенно не обязательно должны любить геев или беженцев. Но они не или ходят громить их, да, да, регулярно. Но они корректны. Может, на кухне с женой он будет это все обсуждать в таких тонах. А ну так вот... он никогда этого ничего не скрывает. То есть не принято, это невоспитанность какая-то. Да. Ну, ну что да. ж, ну пускай да. вот они другие. Да, да. У нас еще есть время, я хотел про другое спросить. Да. Давайте 5 хвилин будем завершивать. Ага, 5 хвилин. Насчет того, что... Вот ты поэтесса, допустим, ты станешь классиком. Угу. И люди будут копаться в твоих дневниках, в фейсбучных блогах, и, может быть, даже письма твои будут раскапывать в фейсбуке. Сволочи какие. Ну, если поэтесса известная, там, Цветаева, все это раскапывается. Вот.
они будут, видимо, читать какое-то там письмо, а потом твое стихотворение по этому поводу. Это правильно или нет? Или лучше, чтобы они ничего не знали про тебя, просто там текст видели и все. Автор умер, писал Ролан Барт. Ну, это два разных подхода. Можно прочесть и так. Автор не умер, а автор просто, он не изложен, он спущен на уровень любого читателя. То есть я уже сейчас понимаю, при моей жизни, когда я говорю, у меня стихотворение об этом, мне говорят, ой, Таечка, ну, это все очень интересно, это то, что вы изначально имели в виду, как версия, как вариант, мы рассмотрим. Но вот я тут вижу вот это, а я тут вижу вот это. То есть это как вариант, это неправильно, неправильно. Да, да, читатель становится полноценным соавтором, считает себя, в принципе, автором наравне с тобой. То есть ты молодец, что подал такую хорошую идею, но что в нее вложить, там вот... в эту формочку твоего стиха зачастую, конечно, дикие вещи вкладываются. Насколько этична публикация личной переписки, допустим, Марины Цветаевой и... Софии Парнок. Парнок. Ну, я так думаю, им уже все равно, поэтому, да, вполне этично. Но ты бы не хотела, чтобы после твоей... Я бы не хотела, чтобы публиковали их переписку. Чтобы публиковали мою переписку. Твою переписку. Когда тебе будет уже все равно, допустим. Хотела бы, ну смотри, я бы хотела, чтобы все-таки я знала это наверняка, тогда бы я немножко по-другому вела, я бы больше язвительных гадостей оставила. Мы уже не живем, а пишем свою биографию, мы же известные. Ну я-то поэт. Не знаю, наверняка будет ли кто-то в этом копаться. Так бы, конечно, я и про тебя понаписывала бы, про всех знакомых всяких. Специально, чтобы да, интересно да. И потом читать. Уже, когда я вот померла, отвечать то за это не надо. Ой, замечательно было бы, была бы хорошая шуточка. Еще один вопрос. Надо так и сделать. Да, так и сделать. Другая тема. Насколько объективна журналистика в Украине в данный момент, да, по отношению к ЛГБТ? То есть правильно все происходит, неправильно? О чем нужно говорить, о чем не нужно говорить в прессе? По отношению к ЛГБТ. Журналист. Насколько объективна журналистика по отношению к ЛГБТ? Ну, каких-то особых неправильностей я не вижу. Может, мне не попадалось. Я как-то... скорее на культурные темы, на политические выискиваю. А ты об этом вообще не пишешь сама, да? Нигде никогда? Ну вот ничего. Той газете, где я работаю в «Одесской жизни», я писала один раз колонку. Как раз там была спорная тема, проводить, не проводить вот этот, да, прайд, марш этот. Вот тогда колонку я писала, больше материалов у себя я на эту тему не помню. Но у нас целевая аудитория как бы другая. У нас полезный еженедельник, мы даем советы, где что купить, как изменились цены, как читать новый закон. То есть там было бы немного странно, если бы я вдруг влезла с какими-то своими какая советами. Какая была тематика этой вот колонки и данной публикации? О чем это было? Ну вот о том, значит, за и против проводить или нет. И вот наши дети увидят. Ну и я, естественно, высказала, что ну вот мои дети увидели, ничего геями не стали. А если и станут, то тоже ничего страшного. И гораздо хуже, если не станут там вот как среднестатистические дети. А тогда это была история, что у тебя был бартер. То есть ты публикуешь такую вот про ЛГБТ, соответственно. Ага, Да, расскажи эту историю, если... Да, то есть у нас в редакции, конечно, не все так толерантно однозначно поддерживают. И у нас нашлась сотрудница в газете, которая выступала как раз, у нее тоже двое детей, примерно ровесники моих, чуть младше. Она как раз выступала за то, что вот у меня мальчики, и вот мальчики такое увидят, а что они будут думать. И вообще, ну вот у нее позиция, пусть они где-то так тихо, чтобы мы не знали об этом. То есть вот если мой муж считает, что он может на это не смотреть, да, то она вот уже агрессивный гомофоб, потому что она считает, что это их задача сделать так, чтобы она на это не смотрела. Надо им запретить делать так, чтобы она могла это увидеть. А это уже совсем другой подход. Интересно, но... девочкам-то можно, а мальчик? У меня же мальчик. Да, вот у нас еще да, проблема. Вот это, ну, тоже старорежимная, вот это мальчик же, он продолжатель рода, все остальное. Да, девочка, что так? Ну, пусть я буду с девочкой. И тогда, в общем, мы договорились в итоге в редакции так, что раз у нас есть два мнения, то будет, да, объективно, раз мы затрагиваем эту тему, высказать оба. Я, конечно, была жутко недовольна тем, что она написала, по-моему, это жуткая гомофобия, но мне сказали, что это, значит, мнение. И многие люди, я понимаю, что, пожалуй, большинство читателей нашей газеты были согласны с ней. Конечно. Будем честны, да. У нас заканчивается время. Пару советов от Таи Найденко. По то, как правильно все-таки говорить со своими детьми, как правильно в принципе относиться к теме ЛГБТ, и насколько важно и нужно поднимать эту тему в семье, да, если ребенок об этом не спрашивает. Ну, вот советы как мамы. Если ребенок об этом не мамам, спрашивает, папам, да. Если ребенок об этом не спрашивает, то лучше помалкивать. Если вас об этом не спрашивают, то лучше помалкивать. Или если не возникает ситуации, когда вы видите, что ребенок себя агрессивно ведет и где-то нахватался уже какой-то гомофобии, тогда лучше не начинать разговоры об этом. А если спрашивает, какие вот советы, как поговорить?
Ну, максимально как-то откровенно и поменьше ненависти. Ну, я не знаю, я представляю себе нашего среднего такого родителя, и у него же куча заморочек на эту тему. Никак не говорить лучше всего, действительно. Если вы считаете, что единственное счастье девушки — это, и как и парня, это вот эта семья, которая должна быть заключена, вот этот брак в определенном возрасте, по определенному закону, и кукла на машинке, и потом внучки, то лучше никак на эту тему с ними не говорите. Если как-то мозг немножко пошире, открыт каким-то возможностям, вы понимаете, что у нас наступает новый дивный мир, где у ребенка может быть любая профессия, любая ориентация, и такая ориентация, которую мы сегодня даже не представляем, то тогда говорите. Тогда говорите о том, что да, надо любить человека, надо любить одного человека максимум, нескольких, ко всем остальным быть терпимыми. Вот такое я посоветовал бы говорить всем, да. Надо любити, це дуже хороший кінець. Дякуємо вам за цю розмову. Тая Найденко, поетка і журналістка, була гостею нашої студії. Нікіта Пермяков, Вітя Бревіс, я Христина Петрик. Це був проект Good as You. Ми говоримо про толерантність, ми говоримо про доступ до прав і про рівність. Почуємося, залишайтеся на Першому міському.